Всем привет, друзья, с вами Пип, и сегодня мы продолжаем выживать. 11-й день у нас идет, и надеюсь, что мы сможем выжить тут. Так, давайте посмотрим, что же надо нам сделать сегодня. Так, а где наши все чуваки? Так, этого чувака отправляем, этого берем, и что нам нужно сделать-то, блин? Я уже забыл, что нам нужно сделать. Давайте двигаться, наверное, в левую сторону. Так, дружище, а ну-ка быстренько строим. Инженер, давай. Так, поджигаем тут. Так, мужики отказываются работать на стройке. Говорят, опасно. Надо сначала стены отремонтировать. Я полностью согласен, что надо стены отремонтировать. Вот тут. Давай, инженер, быстренько. Чувак один ему помогает. Чуваки, быстренько, ну-ка. Давайте вот эту здоровую личинку. Бежим, 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 она сейчас взорвется. Отличненько. Так, эти собрали. Что? Все? Это максимально, что мы можем построить? Хорошо, бежим дальше. Так, быстренько вот тут отстраиваем. Отстраиваем. Че, во, теперь можем строить. Инженер один помогает. И что же мы делаем? Давайте, наверное, наросты уничтожим. Или все-таки встанем вот тут. Инженер, какого хрена ты не помогаешь? Ну-ка, давай-ка встал тут и охраняй. 11-й день пошел. Очень сейчас сложно будет. Сейчас попрет народ просто с левой стороны. Так, туман сгущается. Надо аккуратнее быть. Очень аккуратным не быть. Так, во-первых, раз, два, три. Так, тут все встали. Ты пока строишь. Погнали, сбегаем с вами на другую сторону. Посмотрим, что там у нас происходит. У стены слева замечены мутанты. Ну зашибись. Я не успел еще отбежать. А у нас уже мутанты начали появляться. Пошли вон. Эй, сломали? Так быстро сломали? Охренели, что ли? Охренеть, как быстро сломали. Так, ладно, ребята, давайте, держитесь уже, серьезно. Блин, так, сейчас с правой стороны еще будут ломать, скорее всего, сейчас попрет народ с правой стороны. У стены справа замечены мутанты, отлично, я уже подбегаю, не очковать. Все, отличненько, тут всех уничтожил. Тут у вас толпа народу нормальная, вы вытяните это все. У стены слева замечены мутанты. Все, блин, бегу опять. Очень быстро несусь на левую сторону, потому что там что-то крушат прям очень быстро. И наши чуваки просто не справляются с таким напором. Изучена новая технология. Автотурели. Автотурели активно пока к стене прикреплен инженер. Все. Ништяк. Инженер теперь сможет нормально существовать тут на этих точках. Так, ну чё, куда вы попрёте-то? Алло, вам кто вообще разрешал сюда идти? Во, блин, попёрли. Охренеть, сломали мою тут, значит, точку. Хулиганят тут. Так, кого бы мне взять-то? Так. Так, и ты, чувачок, у меня... Ну-ка, подожги-ка. По-хорошему. Так, а ты вот тут строить можешь? Или... А, тут нужен инженер, да? Не хочешь ты у нас. А давай-ка ты у нас будешь, иди сюда. Ты у нас станешь тоже инженером. Так, сделаем тебя быстренько инженером. Отлично. Так, а ты чего, тусуешься тут? О, еще один тусуется. Так, ты разгребаешь. А вы два инженера пойдете у меня со мной быстренько причем. Так, вот сюда бы хорошо одного чувака поставить. Так, на бетонный завод сразу ставим одного. И, так, тут инженер есть. Значит, двоих ставим на бетонку. Отлично, они нам сейчас сделают стены. Чудесненько. Так, 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 бежим теперь. Блин, этот чувак долго очень будет разгребать все. А нам что нам нужно? Нам нужно... Пипец, сколько нам нужно дел сделать. Так, ребятам, все отличненько. Так, блин, зачем щит-то? Да, 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 сейчас нам надо как раз уничтожить. Быстренько отстраиваемся. Два инженера строят, быстренько прям строят все. Охрененно быстро. Все, а мы сейчас будем вот эти коконы мочить.
И получается, так, вот этого чувака надо обыскать быстренько. Давай, Константин у нас со звездочкой обыскивает, а я двух инженеров пока тут оставляю, потому что у нас опасно. Ага, у нас только с инженерами, да, щиты? Окей, надеваем щиты и мочим вот эту тварь. Быстренько все мочим, чтобы ее нахрен тут не было. 7 щитов осталось, охренеть. Давайте, ну чего так слабо долбить-то? О, отлично. Быстренько, теперь вот эту тварь надо уничтожить нам. Давайте, 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 ребята. Время идет у нас, время очень медленно у нас продвигается, когда мы что-то ломаем. Но когда ни хрена не делаем, все прям очень быстро идет. Сейчас уже скоро вечер начнется, мы, блин, ну еще особо ничего за сегодня не сделаем. Только вот сейчас пару коконов уничтожим с вами, и по сути все. И это очень плохо, потому что нам надо продвигаться. 12-й день, а мы еще особо так далеко не продвинулись с вами. Нам надо очень много чуваков еще набрать. Нам надо троих сталкеров отправить наверх, чтобы они мне принесли горючего. И причем два раза их нужно отправить. Первый раз они просто сходят, а второй раз они уже... Так, во, сталкер. Отлично. Так, а ну стоять, и ты стоять. Быстренько. Быстренько уничтожаем наросты. Так, тут дырку-то мы заделать что не можем, да? Так, окей, ладно, движемся пока... А, нет, мы можем дырку заделать. Ну-ка, быстренько, два инженера сейчас в две руки справятся просто чудесно. Так, и вот этого проверить. Дай, блин, уже вечер. Так, дырку мы заделали. Все, чуваки, всей толпой по бырику валим. Так, двое вот тут строят. Все остальные... У нас остаются. Я понесся на левую сторону, потому что там опять начинается у нас жопа. Там у нас народу вообще не хватает. Будем сейчас разбираться. А ну пошли нахрен. Все, тут я затащил. Отличненько. Так, инженер чинит. Блин, а у нас всего тут два чувака и инженер, да? Ну не густо, не густо, ребята. Толпа-то тут монстров валит. И уже 12-я ночь, сейчас они тут нормально так полезут. Так, справа замечены мутанты. Но справа чуваки там вообще без проблем сейчас справятся. Там никаких проблем нет, народище там просто до хрена. Самая жесть у нас слева идет. И... Надо левую сторону защищать. Так, быстренько пока сбегаю и посмотрю, у меня же тут чувачок стоит. Во-первых, надо его отправить. Давай. Так, а ты у меня становишься... Так, слева мутанты, блин, бегу. Что ж такое-то? Чё же вы без меня-то ничего сделать не можете? Молодцы. Так, быстренько отстреляли всех. Все, больше никого не падает. Наверное, больше никого уже не будет. А может и будет, еще хрен его знает. Так, куда бы тебя поставить? Так, на кухню тебя, наверное, можно поставить. Ладно, будешь на кухне тусоваться у меня. Ничего не поделаешь. Конечно, можно было тебя сделать стрелком. Но, блин. О, так, чувак, что ты мне дашь? О, отлично, бутылочки мне дали, и я дальше генератор смогу развивать. Так, значит, мне один инженер сейчас понадобится. А где у меня много инженеров? У меня много инженеров, блин, у меня там два инженера. Так, щиты у меня делаются, там я инженера взять не могу. Давайте сюда пробежим. Так, тут один чувак вообще стоит. А чё ты тут один-то тусуешься? Давай личинок-то делай. Так, позову одного инженера. Чувак, извини, но тебе придется вот сюда сходить, потому что надо. 13-й день начался. Так, давай быстренько изучай. А я беру вот эту нашу толпу всю. И сейчас погоним дальше. Блин, вот сюда еще инженера на патроны надо. Но патроны, в принципе... нам пока не особо важны. Так, иди сюда всей толпой. Ну-ка, быстренько движемся. Инженер вышибает дверь. Давай, сейчас пойдем рейдить вот эту точку. Все, заходим. Итак, быстренько все разгребаем, все, что можно разгребсти. А тут у нас, по сути-то, много чего завалялось, но брать-то особо и нечего.
Так, ну вот, чувачок, откопали чувака мертвого уже, все, он тут сдох. И ничего не остается, как только его вот так вот обокрасть. Погнали дальше. Значит, куда мы идем? А мы идем дальше вот сюда. Быстренько, чуваки, разгребаем. Тут проверяем. Ох. Ох-ох-ох-ох-ох. Так, я не понял, инженеры-то у меня копают или нет. Ну чё, натягиваем щиты. Ох ты, нифига их вылезло. Так, а нам нужно наросты. Так, главное, чтобы вот эта хрень, стреляющая шарами, не выскочила. Если она выскочит, будет прям очень печально. Ну чё, вы там еще не откопали? Так, привезли добровольца. Окей, добровольцы хорошо привезли, но мы пока тут с вот этими личинками, коконами здоровыми справляемся, потому что если мы их не уберем, будет очень печально. Чем больше их будет, тем сложнее нам будет пережить ночь, а каждая ночь, конечно, это жопа. 13-я ночь уже сейчас скоро пойдет. Ну давайте, давайте, шустрее, ребят, блин, очень долго и тяжело, расхреначивайте. Ага, а вот тут уже будет стреляющий кокон, поэтому надо быть уже аккуратнее. Но мы сейчас не будем на стреляющий кокон. Все, беру наших чуваков, снимаю щит. Так, вы тут все расчистили. Инженер, вышибай дверь. Один идет обыскивать, да, Евгений, быстренько трупака обыщи. Все, бутылочку взяли и заходим вниз. Так, тут обыскиваем, двое тут. Все, быстренько весь схрон, короче, собираем все, что можно тут собрать, и валим назад, потому что уже начинается вечер. И следующую ночь мы уже, получается, с вами пойдем до конца, наверное. Все, тут мы все разобрали, и по сути надо валить. По сути, все. Быстренько, раз, два, три, четыре. И, ладно, сталкера тоже сюда ставим, и инженера. Так, ты быстренько сюда яблочек. Блин, у нас яблок-то не осталось, нифига. Не яблоко, как их называют-то. Блин, я просто на них трачу. Так, а ты куда пропал-то? Ты чё тут встал-то? Я тебя не оставлял тут, пойдем. У стены слева замечены мутанты, блин, несемся давай, чувак. Стоит он там, вафли сушит. Нифига, так дело не пойдет. У меня тут долбит уже. Ох ты, блин, пролетел. Так. Так, стена. У стены справа замечены мутанты. Там фигня. Там народу полно. Все они справятся без проблем у меня. А мы вот тут пока обороняемся, потому что у нас тут народу мало. Ждем, пока наши чуваки начнут стрелять. Во, стреляют, значит, идут. И надо быть внимательным, потому что скоро пойдут те хреновины огромные, которые кидаются шарами. Вот это будет очень плохо. Либо побегут маленькие глаза, которые тоже доставляют очень много неудобства нам. И лучше, конечно, как-то обороняться. Так, ну чего, нужно улучшить генератор. Да генератор улучшается, блин, но только извините, он не быстро делается, ребята. На это нужно время. Так, так, чё, куда тебя поставить-то? О, еще двое чуваков пришло. Так, во! У меня теперь еще... Блин, нет. А, хотя да. Так, иди сюда. Так, четвером быстренько разгребаем. Все, смотрите, сколько у меня сейчас народу, блин. Пришли же беженцы ко мне. И нам надо сделать двух сталкеров. Блин, яблок нету, ни хрена. Так, один сюда идет. Отлично. Два сталкера у нас получается. И один инженер будет. О, так, блин, тебе тоже яблок не хватает, да? Один инженер мне нужен. Или снайпера сделать. Давайте сделаем одного снайпера. Да куда ты пошел? Ты иди сюда. Будешь у меня снайпером. Во. Снайпера мы поставим сюда, с левой стороны. Так, во. Отлично, чувак. И двух чуваков мы берем. Отличненько. И бежим на другую сторону.
Ух, сколько работы нам надо, блин, просто проделать, охренеть. Яблок-то у нас нету. Так, во-первых, берем... Так, тебя оставляем. Где у нас... Во, нам надо вот сюда. Заходим и отправляем вас на лифт. Ага, и вам надо кучу грибов дать. А грибов, где я вам возьму столько? Надо личинок замутить. Чуваки, давайте. Четвером сможете? Не? Блин, нет, только двое могут тут мутить, копать. Хорошо, берем инженера. И погнали, погнали, погнали. Надеваем щит. Ага. Так, ладно, наросты уничтожаем быстренько. Опять наросты тут появились, это хреново. Это очень хреново. Блин, и у нас нету яблок. Вообще, причем я не вижу, чтобы где-то тут грибы у нас росли. Прям их реально не хватает. Очень сильно не хватает нам грибов. Так, и что? Что? Так, тут мы всех убивали. Вот. Вот тут сейчас вылетит фигня. Нет, не вылетело. Странно. Вот она. Нет, чуваки, чуваки. Так, а ну идите сюда. Быстренько вот эту тварь мочите. Потому что у нас щитов не так много. Давайте я пока щит тут держу, а вы давайте эту тварь быстренько замочите. Ну, она же стреляет. Ну, блин, ну что вы, блин? Лопатами раз-раз-раз, все. Дальше, погнали. Мочим наросты. Охренеть, мочим наросты. Дальше, следующие наросты. Чем больше мы их уничтожим, тем лучше. Блин, ну грибов, посмотрите, я что-то не вижу вообще грибов нигде. Как будто они кончились. Вот это очень плохо, вот это меня вообще совсем не радует, абсолютно. Как мы будем кормить людей? Так, ну-ка, так. Быстренько разгребаем. А ты, инженер, давай, ломай дверь. Посмотрим, что у нас тут есть. Блин. А нам надо валить уже пора. Пора валить, потому что уже туман сгущается. Черт. И у нас не грибов вообще абсолютно. О, чуваки тут нарыли. А, значит, короче, защищаете. Во, грибочков я взял. Значит, нам первым делом нужно отправить чувака, чтобы он... нам повез новых людей добывать. Все, ты беги. И ты мне давай бутылочки. Отлично. Так, слева замечены мутанты. Так, новая технология изученная. Можно устроить более крепкие стены. Все, теперь мы сейчас инженеров напряжем, чтобы они везде стены у нас укрепили. Это мы можем сделать. Так, тут у нас пока народ прет со всех щелей, но мы вроде им помогаем. У стены справа замечены мутанты. Так, ну с правой стороны же там вроде нормально. Я думаю, они выстоят, блин, не потеряют ни одну точку. Если потеряют, я им жопу на глаз натянул, потому что, блин, это не дело. Я строю-строю, они ломают-ломают, строю-строю, они ломают-ломают. Так, ну, давай, инженер. Инженер строит, я пока защищаю. Более крепкие стены. Отличненько. Сейчас у нас будет бетонная стена. Так, а снайпер-то... Снайпер, не надо ходить. Так, справа... Чего? Справа стена уничтожена. Так, мне вот это не нравится. Быстро несемся на правую сторону. Ни хрена, там, походу, очень жутко дела обстоят. Где? Где? Где вы тут? Блин, у меня чуваки все... Иди, твоя мать, вот эта тварь пришла, вот которая кидается. И мне сломала чуваков. Так. И инженер. Я понимаю, но все, быстренько тут строим. И вот тут нам надо точку отстраивать. Давай, чувак, строим. Охренеть. Просто охренеть, смотрите. А кстати, вот тут в дырочке чьи-то красные глаза. Скорее всего, это крыски какие-нибудь у нас. Инженер, давай. А, блин, а вот Константин что-то стоит. С правой стороны надвигается огромная волна мутантов. Зашибись. Вот я абсолютно не хочу. Мутанты начинают орать. И это очень плохо. Мутанты пробрались через сбойку в левом тоннеле. Блин, да что, они еще и с левой стороны. Так, инженер. Инженер. Иди, твою мать, инженер. Давай, укрепляй стены.
Так, ты помогаешь. Сейчас будут такие волны, что нам жопу всем порвут. Чувак, хватит копать, ты идешь инженеру помогать. Помогай ему. Не? Ладно, мы тогда на другую сторону бежим. Нам на другой стороне надо тоже кучу улучшений сделать. Так, щиты, конечно, это хорошо. Во, привезли им. Так, инженер ходит, тут вафли сушит. Я понял. Так, чувак, ты идешь разгребать. Так, шестереночки подобрали. Все подбираем. Так, о, еще двое. Так, отлично. Отлично, отлично, отлично. Так, а где наша стена-то последняя? Еще улучшаем. Черт. Я даже не знаю, блин, еще инженеров что ли делать или снайпера сделать. Ох, фак. Блин, сейчас такая жопа пойдет. Давайте из них двух снайперов сделаем. Короче, одного снайпера поставлю еще раз сюда, еще сюда, чтоб на всякий случай. И одного снайпера поставлю с правой стороны. Иначе мы, скорее всего, просто не вытянем эту двойную волну. Я надеюсь, мы ее сейчас сможем вытянуть. Так, быстренько. Опа, инженер один стоит. Так, инженер, Комцумир. И давай, улучшай. Так, Вадим. Так, а вот этот что у нас? Товарищ гуляет. Все, мы все встаем на базу. Сейчас будет жопа полная. Вы должны защищать. Я сейчас буду носиться в левую и в правую сторону, не зная, блин, куда чего деть. Чего где сделать. Все, волны пошли. Сейчас, скорее всего, крысы побегут у нас. И начнется полное адовое шоу. Эти стены выглядят уже очень... прилично. Да, но еще вот инженер последние доработки делает. Давай шустрее, уже сейчас волна пойдет. Я уже очкую, тут надо перезарядиться, потому что будет очень весело. Проживем 15-й день хотя бы, и уже будет хорошо. И так очень сложно, на сложном уровне играем. И прям начинает иногда жопа гореть, когда приходится бегать в разные стороны, и не знаешь, в какую лучше бежать, потому что начинают очень сильно с двух сторон сразу мочить. Мне страшно, чувак, мне тоже страшно, потому что сейчас пойдет такая жопа, что мало не покажется у нас никому абсолютно. Так, все, волны пошли. Давай, инженер, быстрее. Так, инженер, встаешь сюда. Ох, слева замечены мутанты. Все, полетели. Быстро несемся через... пофигу там на того чувака. Нам пока не до него. Так, ой, здоровые эти твари идут. А, и стреляшки идут, нифига себе, ё-моё. Так, я бегу прямо вперед, чтобы какую-то фору дать. И теперь в левую сторону, да? С левой стороны такая же сейчас жопа будет. Быстро несемся. Блин, дед, давай быстрее. Сейчас тут просто ад, скорее всего. Да. Так, и где вы, твари? Вот, тут глаза. Побежали глаза, это хреново. А, мы, смотрите, с правой стороны-то всю волну уничтожили. Во, большие. Во, стреляшки пошли. Охренеть. Так, перезарядиться. Аккуратненько, аккуратненько продвигаемся. Охренеть, мы в одиночку просто хреначим. Так, перезарядиться. Блин, ё-моё. Сколько вас тут тварей, ни хрена с этой стороны их пошло, ё-моё. Ребята, подождите-ка, не прийти так сильно. Все? Ё-моё, мы выжили. Схрон. Так, схрон и лебежнее. Схрон, конечно, у нас, блин, грибов не хватает. И нам надо эту ночь дожить. Охренеть, так, ну главное, у нас за эту ночь никто не умер. Но это было жестко, я прям немножечко очканул и пересрал на самом деле. Хорошо, бежим, где наш там чувачок стоит без дела. Герман, а ну-ка, давай-ка схрон разгребай. Мы сейчас чувачка как раз отправим. Блин, нам еще надо грибов раздобыть, чтобы чуваков наверх отправить. А мы не можем их отправить, потому что у нас не хватает. Блин, нам либо чувака отправлять... Блин, опять все равно не хватает. Так, кем ты будешь у нас? Ты у нас будешь инженером.
Все, укрепляй. Короче, все, что можешь укреплять. Давай вот тут хренач. Шестереночки. Блин, 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 блин. Ничего не успеваем. Охренеть, ничего не успеваем, реально. Везде яблоки нужны. Яблок вообще не можем найти. Только у нас получается только чуваков ставить. Вот сюда копать. Инженер, погнали. Короче, что нам нужно? Нам нужно сейчас... 16-й день пошел. Блин. Так, нам нужно пробраться. Да, так, а мы сюда заходили? Нет, мы сюда не заходили. А ну-ка, разгребаем. Ни хрена себе. Так, а получается, что тут? Ни хрена толком и нету? Ой, это тут не густо, ребят. Я-то думал, тут у нас много вещей будет, а оказывается, ни хрена, одни шестеренки. И трупешник лежит, который нам сейчас баночку даст. Ну, да, и по сути все, выходим. Дальше, надеваем. И погнали. Мочить наросты. Давайте хотя бы попробуем, может тут от нароста всех избавимся. Блин, очень долго мои чуваки лупят этих хреновин. Хотя не, более-менее. Так, о, так, начинаем быстренько. Быстренько начинаем схрон. Так, а тут трупа, трупака. Ага, понятно, нашли. Так, наверх в вагон мы зайти не можем. Так, значит, обыскиваем вот этого чувака. Грибы, чуваки, собираем грибы. Собираем грибы, нам грибы пипец как нужны. Так, ай, блин, тут еще одна фигня. Лучше на самом деле будет надеть щит. Потому что если не наденем, скорее всего, мы с вами потеряем сейчас наших борцов, бойцов. И это будет очень хреново. Давай последнюю баночку быстренько забираем, надеваем. Так, что там, еще что-то есть? Опа. Тут два трупа у нас лежит, поэтому вон две баночки. Все, надеваем щит и погнали. Вот он вылез. Так, чуваки. Так, а ну-ка идем все сюда, все на эту хрень. Быстренько, быстренько мочим эту тварь, пока она нас не замочила. Давайте, давайте, шустрее. Тут, в принципе, мы все уже у конца. О. А, все, мы до конца прошли. Все, нам даже можно щит убрать. Быстренько сейчас уничтожаем эти коконы. И с правой стороны у нас получается коконов уже нету. Отлично, давайте. Осталась фигня. Так, и... Так, ага, обыскать никто не может, да, кроме диггеров. Хорошо, ладно. Ай, блин, надо сталкерам дать грибы. Так, давайте последний кокон. И все. И валим отсюда. Валим на последнюю точку, где мы остановились. Блин, уже туман сгущается. Сейчас попрут чуваки. А у нас там, блин, база вообще без народу. Как бы, если что. И они сейчас просто начнут долбить. Все, чуваки, гоним. Вовсю бежим. Во, о чем я говорил? О чем я говорил? Надо бежать. Обязательно бежать, потому что там, скорее всего, может быть, нашу базу уже долбит вовсю. Нет, слава богу, никто ничего не долбит. Все, всех чуваков оставил. И на этом, ребят, мы сегодня так. Наверное, завершим. Только единственное. Вот давайте эту ночь переживем. Чтобы уже. Не очковать нам, что нас сейчас атакуют тут. И спокойно, чтобы следующее видео мы уже могли начать без проблем. Мне нужен один доброволец. Как мне его взять? Во, одного взял. Давайте, мне же надо чуваков отправить, сталкеров, дать им грибы. Все. Дали им грибы, они уехали. Чудесно, и давай, дружище, возвращайся, конечно же, сюда. Все, так, осталось буквально минуту, нам надо пережить эту ночь.
Ищем, где у нас... Так, тебе опять яблок не хватает, и тебе не хватает. Инженер. Я, конечно, понимаю, что ты тут стоишь такой веселый, а дальше строить? Дальше строить, дальше развивать. Тебе тоже нужна, блин, еда. А тут у нас... да, тут у нас инженер. Ты же можешь вот тут строить палатки. А ты можешь ему помогать строить палатки. О, лимит увеличен. Все, красавцы, смотрите. Можете же, когда хотите. Теперь вдвоем быстренько. Вот тут все, 17-й день, ребята, начался. И на этом мы заканчиваем. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Пишите свои комментарии. Сейчас мы проходим уже игру второй раз. Получается уже на среднем уровне сложности, но это тут считается он реально сложный. И когда пройдем, если пройдем, будем уже проходить игру на максимально жестком уровне сложности, на хардкорном. Не знаю, получится или нет, но должно быть весело. В общем, до скорых встреч, увидимся, с вами был Пип, пока.